Новые ограничения движения транспорта ввели в Гагаринском районе Севастополя. Проезд на Столетовском проспекте от пересечения с улицей Колобова до остановки улицы Северная будет перекрыт до конца года. Соответствующую информацию опубликовал Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В ведомстве уточнили, дорога будет перекрыта из-за переустройства сетей коммуникаций. Объезд в обе стороны будет возможен по дороге между Столетовским проспектом и улицей Тараса Шевченко. В ближайшие дни там появится асфальт. Изменения коснутся и маршрута общественного транспорта номер 24, 5-й километр Балаклавского шоссе бухты Камышова, и номера 79, 5-й километр Балаклавского шоссе, улица Бориса Михайлова. Из схемы движения выпадет остановка улица Северная, которую заменит остановка улица Молодых строителей. Напомним, в Севастополе ведется строительство транспортной связи Столетовского проспекта и улицы Тараса Шевченко. Планируется, что кольцевая развязка будет готова до конца 2024 года. Полностью завершить строительство транспортной связи должны в 2025 году.